За 23 года своей истории компания, которой руководит Леонид Вахрамеев, из небольшого интернет-провайдера местного уровня превратилась в бесспорного лидера телекоммуникационного рынка региона. Мы выходили на рынок интерсвязи, мы занимали где-то 1% рынка, где-то 2%. Сейчас у нас 70% рынка по интернету. Кабельное телевидение там, ну, тоже больше 50%. Телефонии много. А начиналась карьера выпускника ЧПИ Леонида Вахрамеева на севере, в Сургуте, Когалыме и Нефтеюганске. 3 года я там отработал по распределению. Жили в поселке на трассе, где сообщение только вертолетом. 2000 человек, из них 95% это зэки бывшие. Среди вечной мерзлоты закалился этот твердый характер. Это, кстати говоря, оттуда. Встреча меня очень впечатлила. Я вообще люблю слушать таких настоящих людей, то есть которые именно следуют своим принципам в жизни, то есть у которых есть какое-то свое мнение, они идут к нему, да, то есть несмотря ни на что. То есть, ну, такие люди на сегодняшний день – это редкость. Мне очень понравилось, очень познавательно. Прям такая мощная, я бы сказал, заряд энергии от людей, которые достигли очень многого. И приходит такое понимание, как строить, как жить дальше, можно так сказать, что не во всех книжках, наверное, это все увидишь. Здесь человек реально добился таких высот. Очень понравилось. Очень высокая производительность труда, система еженедельных и даже ежедневных отчетов, нацеленность на будущее и доверие к собственной интуиции – вот основные секреты успеха интерсвязи, по словам ее создателя. Когда пошла речь о том, что нужно рисковать, нужно доверять своим эмоциям, все-таки женщины мы эмоциональные люди, от мужчины слышать этот факт было очень интересно. Когда человек доверяет своей интуиции и говорит: рискуйте, делайте, думайте, решайте, но опять же, определенные стратегические моменты не должны быть в бизнесе всегда. Самые главные его слова – это не думать, не притягивать к себе ничего плохого, никакие там запасные подушки, не стелить, думать только о хорошем, о позитивном и идти вперед, вперед, вперед. Ну, в общем, человек-огонь, крутой человек. И классно, что ваш проект дает возможность познакомиться с такими топовыми людьми города Челябинска. Проект отличный просто. Не хватает немножко времени, 24 часа в сутках, чтобы это все переварить, внести в свою работу, вотворить, воплотить в жизнь. Это все записывается, это все будем, наверное, воплощать уже в течение года, потому что информации очень много. Очень много знакомств, очень много идей появляется каждый день. Это очень важно, вот это как раз очень важно. То есть мы уже много раз заходили в эту тему, например, там, пытаясь создать там клуб челябинских брендов. То есть именно проекты, которые бы были, ну, то есть пытаемся постоянно собрать людей, которые живут здесь, которые ходят по этим улицам, которые дышат этим воздухом, значит, и которые неравнодушны к этому из-за того, что они здесь живут, вот, которые бы хотели поменять что-то здесь. Вот, и мы понимаем, что только вот эта вот сила может что-то изменить. То есть где-то откуда-то там из Москвы, там сверху, вряд ли что-то поменяется. Юлия Алексеева, Алексей Феденков, Урал-1.